Hare Krishna, devotees. I'm so very happy to get together with you and invite you to the wonderful Rath Yatra that's going to take place in Shelikova on July 15th. Hare Krishna, преданные, я очень рад обратиться к вам и пригласить вас на Радха-Ятру, которая будет проходить 15 июля в Шелихово. I think it's the first time we're going to be having Ратха-Ятра there. Насколько я знаю, это первый раз, когда там будет проходить Ратха-Ятра. The local city authorities are enthusiastic to have us. Местные городские власти с большим энтузиазмом приглашали нас. And well, wherever Lord Jagannath goes and wherever his devotees go with him, it is ecstatic. Когда бы Господь Джаганатха не выходил к людям и вместе с ним не выходили бы его преданные, это событие всегда исполнено экстаза. So it's really going to be a wonderful occasion. Это будет удивительное событие. On one hand, we're celebrating the reunion of Lord Krishna with the Brijbasis. С одной стороны, во время этого события мы празднуем воссоединение Господа Кришны с Бриджбаси. On the other hand, we are taking Lord Jagannath out into his world. С другой стороны, мы берем Господа Джаганатху и показываем ему его мир. And so he's able to see what's going on, see the people. Чтобы он мог увидеть людей, увидеть, что происходит в этом мире. And he's able to give his mercy to those otherwise unfortunate people. И смог бы пролить свою милость на неудачливых людей, у которых иначе нет никаких шансов. Yes. So Jagannath Rath Yatra is really, it's a very extraordinary and special festival. Джаганатха Радха-Ятра – это очень необычное и очень особое событие. It was part of the genius of Srila Prabhupada to bring Rath-Yatra to the Western world. Это часть гения, который Шрила Прабхупада проявил в своих попытках дать Господа Джаганатху этому миру. Because, well, Srila Prabhupada, he was a revolutionary. Srila Prabhupada был революционером. He wanted to help everyone all over the world. Он хотел помочь каждому в этом мире. So he gave book distribution. Поэтому он даровал нам распространение книг. He gave Харинам Санкиртан. Даровал нам Харинам Санкиртану. He gave deity worship, he gave prasad. Поклонение божествам и прасад. So many things he gave, but one of the main things was Jagannath Rath Yatra. Он дал нам столь многое, и одно из самых важных – это Джаганатха Ратха Ятра. So I'm sure, if you go along and you participate in this festival, it is going to be a very transformational experience for you. Поэтому я уверен, если вы примете участие в этом фестивале, это очень сильно изменит вас. So please go, and when you're there, please get into it with your heart and soul. Поэтому, пожалуйста, примите участие в этом событии, и когда будете там, погрузитесь в это действие всем своим сердцем и душой. Unfortunately, I can't be with you this year. К сожалению, я не смогу быть с вами там в этом году. Maybe next year I'll be able to come, and we can just celebrate together. Но, может быть, в следующем году я смогу присоединиться к вам, и мы сможем отпраздновать это событие вместе. Thank you very much. Hare Krishna. Спасибо большое, Хари Кришна. Jai Balade, Jai Subhadra, Jai
Джаганнат Госвами, Наяна Патагами, Баба Тумир.